Что он пол слева. Мы сдвигаемся на. Думаешь, эту позицию. Можем так сориентироваться? Я не думаю, что он так может. Да, мы в линию будем стоять. Не думаю, что он сейчас сделает так вообще. Да. Мы в линию. Так что без разницы. Главное, что я за суровый. В смысле в линии? Мы же два ряда. Не, ну а как ты тут два ряда будешь стартовать из последнего поворота? О! Можно? Если осторожно зайти, то можно. Ты там обгонять собирался? Главное, помните, кто перед вами, и все. Да. Главное, помните, кто за вами. Нет. Это самое страшное. Это я вижу в зеркалах, ты красный. Да-да, Герман, да-да. Драйв лайк Феня просто. В первом повороте будет страйк. Что ты так медленно едешь? Догоняй их. А что их догонять? На третью переключиться. Кстати, а чем мы так быстро едем? Должны что едем? Нет, мы 100 едем. 80. Нормально, 100 км в час. Сотка? Троечка, сотка. Че, выстраиваемся? Давай. Так, строимся. Только клялечки выстроились. ЦГГ, где ты? Да, ЦГГ. Уже команда. Ну давай, где есть ЦГГ? Get ready, going green. Ой, блин, вовремя. Ну ладно, ладно, чего. Так, старт. 3, 2, 1. Go. Миша, я же говорил, от гравийной полоски. Да, да, нормально. Все разобрались, все видели. А где обещанный Аллах Акбар, Валера? Да не буду я вам сегодня делать. Догнать еще надо, давай. Ох, вы бы видели этот маневр. Как я в заносе во внутреннюю эту залетел. О, пошел уклон, давай. Красиво. Да нет, он быстрый. Так, парни, теперь стойте меня. Оп. Все живы? Вы когда-нибудь поделите этот поворот с составом? Нет. Вот сколько раз с ним встречались, все время там какие-то птички. Серега сконцентрирован, да? Кого-то бочком пустила. А, Феню. Слипстрим! Драйв лайк Феня? Да. Мне доставляет эта надпись. Надо смешно, что в КТ тоже так надо. Вот это красиво, но не прошли. Мы все в строю. Боже, вы с двух сторон меня Ой-ой-ой. Я выезжаю. 4 машины. Я виноват. Дом-то, суки. Я все заснял. Так что у нас есть документальные доказательства. Но я тоже заснял. Я его хочу пропустить, но тут обгоны запрещены. Тут обгоны запрещены. После рестарта пропустишь. Да. А кого-то пнул? Феня? Не, нашел. А, я, получается, Феня морду залетел. Я просил внимательнее в первом повороте быть. Ладно. Вы были. Так, кстати, да.
Ну, когда четыре машины в первом повороте оказываются, тут многие вещи выходят из-под твоего контроля. Из сторон просто выехали. Я ушел оттуда, не надо мне. Я ушел, я дал место. Я не знаю, кто был слева, а кто был справа за тебя. Слева тебя был Станов, справа был я. Легче, полегче. Давай. Ну, кирпичик такой большой вышел, значит, сейчас. Куда полетели? Станов, что, последний? Да. Как так получилось? Так, ну кажется, тут... Вокруг покатаемся. А чё мы 120 едем? Я не понял. Да. Так, на следующем круге... На следующем круге рестарт. Мы собрались, все здесь. Миша, да, не на этом. Хорошо, сейчас... Да, не на этом. Да уже отпускаете, чего держать будете? На туре. Ну, все собрались, я ухожу. А, все, все собрались, да, ну что? Значит, команду давайте на этом самом, на крови, на этой хрени. Что? Ходить, нет. Да, нет, уходить, надо, да, уходить, слева там. Уходить, это ТО. Миша, блин, где? Пиши сейчас уже. Уже сейчас. Без капса, блин. Все. Блин. Ладно. 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go! Ладно, все нормально. Все сориентировались. У Ветрова же тоже топ-5 был темп. Да, не, в гонке в этом, в хвосте был. На тестах вроде хорошо ехал. Да, на тестах хорошо. В гонке просто не повезло. Лёва, я Карташова. Я Карташова пропустил за то, что его... Теперь буду прорываться. Я не знаю, куда смотреть, везде так что-то жесть. Ну после рестарта все же плотно, хорошо едут. Все, Валеру, есть. Да идите вы нахуй, я вам не скажу честно. Такими гонками. Дай! Мирового смири! Да потому что нахрен ездить пусть учатся. Лезут гандоны, блин. Почему он должен все время вылетать? Почему он должен нормально не ехать? Всегда кто-то лупит. Достало уже. Костя сказал то же самое. Да. Вообще Ярового, ну тогда как? Я так дело понял. А кто выбил-то? Там в чате либо есть. Карташов, я вижу. Да, кто-то из. Не, Карташов. Вряд ли он. Я за ним. Там ехал. И Феня, и Карташов, что-то все они вместе боролись как-то. И Кул там был, все там были. Да, в повторе нужно смотреть. Да, я посмотрю потом. Есть смысл в отце? Там что, один только ушел? Не, скорее всего, он просто отвалился сильно после этого столкновения. Он отвалился после столкновения с Яровым, видишь, и вышел даже. А, смотри, он обиделся. Обижен в ходу. Давай дубль 2. Я в топ-10. Да, я... Феноменальное выступление сафтикара. Как обычно, один поворот и все, и Герман сдувается.
предподиума. Осторожно. Хе-хе-хе. Да ладно, чё, я не такой страшный. То горячая парочка, Карташов и Феня. Горячая парочка, слушай. Мишань, сейчас бесполезно что-то писать. Он же ушел. Да он вышел с сервака в натуре. Нет, я просто Станов написал СК вопрос, вот я ему поясню. Но его нет так на сервере. Вышел. Физически. Он уже ушел. Ну опять та же самая ситуация, но в другом порядке. Плотника. Плотника. Андрей, прости, не хотел. Ой, а кто у меня авточат? Я ж камеры двигаю. Хотя бы кула догнать, стать шестым. Где Ваня? Ваня третий. Я знаю, что третий, но куда он отправился? Ваня почти в двух секундах от меня. Неплохо. Хорошо, мы с тобой притопили. Опять. Да. Вот почему этот поворот хорош. Да, Серёга? Угу. Там так надо входить. Ну куда ты поехал? Он не пустит, я знаю. Ой, это пацаны там убрались все три. Сколько их там убралось? Двое. Двое. Феня и кто-то? Карташов? Кул. Не, Кул. Карташов их обошел спокойно. Ой-ё. Ты шестой, Герман. Ура! Я выжил. Что-то как-то... Ой, спереди скучно. Сзади уже тоже. Сейчас может ветра поднимать. Первое место. Ну ничего, зато с следующей гонки у него уже балласта почти ноль будет. 5 кг против 30. Или даже вообще ноль. Надо поставить пол ноль даже. Звуки не значат плотное сопротивление победы. Я сейчас еще ветров попущу. А. Зачем я иду 59,9? Тори, едь минуту 0,2, что ты напрягаешься? Так и да. Я в зеркалах никого не вижу, жесть, окей. Озер. А я убрался. Моя молодец, Ветров. Моя убрался, да? Ветров далеко от тебя был. 4,5. Первая не Тойота на подиуме. На этой гонке. А где-то еще не доедет. А, на шине? Угу. Чешинок, первое предупреждение. За что? За срез. Какой за срез? Ты видел этот срез, Миша? Нет, но система видела. Это же широко. Система, она не везде. Эта система вообще потеряна. Хорошо, хорошо, хорошо. Согласен. Система-то в шутку. Вот это просто жесть. На этой трассе она не очень работает. Да и резать негде. А сколько кругов осталось? Сейчас скажу. Сейчас 13-й, шри. 3. Желтый флагер. 3 круга осталось.
2 секунды я за 3 круга не отыграю, да? Думал, если он так вот ошибаться будет, то... А кул загубить едут? Да, 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 они борются сейчас. А, вот да, видно. А, Ветров у нас на софте. А у кого-то... У кого-то софт. У кого-то сейчас поплывет резина. Чё-то голос. Ну я думал, что Ветров не догонит Яушева. Это уж точно, 6-4. Яушева никто не догонит. 1,5 с кругом на свет. То есть, интересно, догонит ли Лёха Ветрова и обойдёт Лёнова? Кто кого? Ну, чешуром против Ветрова. О, у меня первый момент за 2 гонки. Да, у тебя очень увлекательные гонки. Первая была веселая, я скажу. Особенно на Востоке первая гонка такая же, как у тебя сегодня первая. Ты видел, сколько мне осталось экшена от порезанного? Сколько было видео первой гонки? 3,5 минуты. Я такой срендерил это все. Смотрю тайминг, ничего, серьезно? Охренеть, ну ладно. Лёх, вы с Ваней близко? Ну как тебе сказать? White flag, left. Не атакуешь? White flag, я, по-моему, вижу left. Его надписи. Где-то там. На шлифе. Да? Сейчас мы Easy Rider. Правую руку можно расставить. Всё. Мне везет в последнем повороте. А кто Ветрова прошел, угадайте? Да ладно. Твоя Лёша продолжается. Опа. Чё там, Робин? За Гупидзе можно штраф давать. А за что? Робин расширил траекторию, все равно атаковал и в итоге еще и крепил туда. На позиции не повлияло, было неприятно. Ну хорошо. Ну посмотрим. Сам убился, все. Осознал вину, так сказать. Хорош, Лёха. Чисто.